Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Эти люди ответственны и терпеливы. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Владельцы этого имени должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию используют конструктивно и творчески. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Люди с этим именем быстро просчитают возможную выгоду, и если она им покажется существенной, они готовы идти на риск. Все виды деятельности, связанные с усидчивостью и скрупулезностью, не для этих людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.